Здравствуйте, сервис-центр GSM Moscow, слушаю вас. Здравствуйте, мой телефон поврежден метеоритным потоком, можете прислать мастера? Высылаю вам специалиста. Здравствуйте, я уже на подлете. Опишите вашу проблему. На моем телефоне сломан экран, мне нужно точно устранить поломку. Ваша поломка не серьезна. Я устраню ее при вас. Поступил сигнал с пустоши. Компьютер поражен вирусом. Он удаляет информацию, а по ночам качает биткоин. Требуется срочная помощь. Здравствуйте. Я уже на подлете. Я отсюда никуда не уйду. Ну, это мы посмотрим. Поступил срочный вызов на ремонт телевизора. Принял. Вылетаю. Здравствуйте, я лечу к вам. Что случилось с вашим телевизором? Он не включается и начинает дымить. Ваша поломка довольно серьезная, но для нас это не проблема. Ремонт GSM Moscow.